В музее авиаполка «Нормандия-Неман» яблоку негде упасть. По торжественному поводу 70-летию со дня образования советско-французской эскадрильи «Нормандия-Неман» в 29-ю школу пришли многочисленные гости. Эти встречи, по словам руководства образовательного учреждения, способствуют патриотическому воспитанию молодежи. Исследовательской работой в музее занимаются активисты, ученики школы. Силами ребят к 70-летию формирования эскадрильи был подготовлен памятный альбом «Город Иваново в истории полка «Нормандия-Неман». В этом альбоме собраны материалы, которые наша группа «Поиск» собирала очень много лет. В альбоме рассказывается о пребывании первых французских летчиков в Иванове. Есть воспоминания жителей города Иваново о французских летчиках. Собраны материалы наших земляках, служивших в полку «Нормандия-Неман», фотографии их военных лет, послевоенные встречи. Причем есть послевоенные встречи и с французскими ветеранами полка.